Як працюватиме новий уряд та на що здатні нові міністри, ну, скоро побачимо. А от про що вже можна говорити впевнено, наш головний інвестор зберігає ефективність і щедрість. Українські заробітчани за 7 місяців цього року вже переказали з-за кордону коштів у іноземній валюті на 13% більше, ніж торік. Загалом на суму 106 мільярдів гривень. Додайте до цього ще й гроші, які українці завезуть на батьківщину особисто, і можна сказати, що держава точно отримає непогану фінансову подушку безпеки і цього року. І саме з цієї теми ми почнемо розмову з нашим гостем Олегом Устенком, економічним експертом, президентом Гарвардського клубу України та радником президента Зеленського. Пане Олеже, як завжди, радий вас вітати у цій студії. Дякую, що завітали. Ну, от дивіться, щороку заробітчани переказують в Україну мільярди доларів. Безумовно, з однієї сторони це непогано, але все ж таки було б краще, якби ці люди працювали, все ж таки повернулися і працювали на рідну державу. Так? Що потрібно? Чи здатний новий уряд повернути цих заробітчан додому? Як швидко він це може зробити? І які укази, які рішення для цього потрібні? Ну, во-первых, все, что должно быть подвязано на возвращение этих людей, это, конечно, темпы нашего экономического роста, с одной стороны. С другой стороны, то, что декларирует правительство, то, что мы должны расти 5-7% в год, это такая достаточно хорошая, амбициозная цель. Но вместе с тем важно еще то, что называется инклюзивность роста. Важно, чтобы результаты вот этого роста 5-7% распределялись относительно равномерно между всеми участниками процесса, а не выходило так, что там 5, 6, 10 наиболее богатых семей украинских получают большую часть вот этого прироста. Поэтому, конечно, статистика вроде как и неплохая, когда перечисляют заработчане деньги домой. Но я согласен, абсолютно очевидно, что задача стратегическая должна быть как минимум в том, чтобы остановить отток нашей рабочей силы за пределы страны. Потому что все-таки не забывайте, что когда уезжает рабочая сила, то это означает, что потенциально у нас идет снижение темпов экономического роста. Я имею в виду то, что мы не доберем тот экономический рост, который могли бы иметь, если бы эти люди оставались здесь, с одной стороны. С другой стороны, в общем, это означает, что они недовольны жизнью здесь, и вот это основная проблема. Але ми знаємо ті моменти, ті побажання людей, да, від яких вони, від виконання яких вони стануть залишатися, да, як ви кажете, щоб вони стали довольними. Це стабільність споживчих цін, збільшення зарплат. Це те, про що говориться в усіх соцопитуваннях. Створення нових робочих місць. Ну, іншими словами, це якесь соціальне покращення життя у нашій країні. Як ви думаєте, коли можливий так подібний ефект від зростання економіки України, який нам обіцяють, наступного року, перших якихось уже, можна результатів чекати чи ні? Я думаю, що да, ми вправі ожидати з вами увеличение достаточно быстрое темпов экономического роста. За счет чего это может происходить? За счет чего украинскую экономику можно воспринимать как мяч, который опустили под воду? И если ты его отпустишь, он не просто выплывет на поверхность, он может подскочить над этой поверхностью. У нас огромный теневой сектор экономики. В этом году мы произведем порядка 130 миллиардов долларов на свету и около 65 миллиардов или около того, в долларовом эквиваленте, это то, что производится в теневом секторе экономики. Представьте, что если вы улучшаете условия для ведения бизнеса, часть экономики будет детенизироваться. Например, если мы достигнем, скажем, показателя такого, который самый плохой в Европейском Союзе, в Венгрии, это порядка четверти экономики находится в тени. Это означает, что мы с вами можем высвободить ресурс, скажем, около 30 миллиардов долларов. Что такое 30 миллиардов долларов? Это как минимум плюс еще где-нибудь 6 миллиардов долларов дохода в наш государственный бюджет. 6 миллиардов долларов, это означает, что мы можем не иметь дефицита государственного бюджета, а можем войти в зону профицита. Тогда, конечно, возникает вопрос, а может быть, нам и не нужна какая-то дополнительная другая финансовая помощь. Но все это будет просто словами, если ну, ты про не іншу, про додаткову фінансову допомогу наші урядовці вже говорять. Вони говорять, що нам, звичайно, поки ще потрібен ще один транш, ще одна програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, але вони настільки вірять в свої економічні успіхи і реформаторські, що кажуть, що ця програма буде останньою. Наскільки ви розділяєте їх оптимізм, це перше питання. І чи дійсно ми зможемо в найближчий час злізти з фінансової голки МВФ? І друге питання, а що захоче МВФ і що ми можемо їм запропонувати за ось цей, як начебто, останній транш?
Я бы вот что сказал. У нас опыт все время в Украине не очень такой позитивный сотрудничество с Международным валютным фондом. Но я приведу достаточно примеров из жизни современной, когда программа открывалась с Международным валютным фондом и делалась так быстро и так качественно в стране. Например, в Исландии после кризиса 2008-2009 года, что программа, рассчитанная на 4 года, могла закрыться, например, на 2,5 года, и она больше не нужна была. То есть программа-то сотрудничества с Международным валютным фондом, которая миссия на следующей неделе прибывает в страну, она рассчитана, ну, прежде всего на то, чтобы дать возможность передышки. Не забывайте, что у нас идут большие выплаты. Как минимум, открытая и непокрытая потребность на следующий год составляет порядка 10 миллиардов долларов, из которых около 5 миллиардов долларов. Это долги, которые мы должны возвращать. Поэтому, когда говорят, что у нас с долгами все нормально, то это так, если ты смотришь чисто технически соотношение долга, объема долга к ВВП страны. Но если ты смотришь, сколько ты платишь за обслуживание этого долга, то это практически чуть выше даже, чем 4% нашего внутреннего валового продукта. То есть Международный валютный фонд нам нужен, а, из-за денег, б, в общем-то, у них есть экспертиза, которая необходима для нас, и в, почему было бы неплохо начать программу с Международным валютным фондом? Потому что это даст возможность разблокировать для нас финансирование или кредитование по другим источникам. И тоже, я думаю, например, о частном секторе, который нуждается в финансировании. Им нужны деньги, деньги изнутри страны дорогие. Они хотели бы брать их где-то за... Пане Олеже, але все ж таки, я вас питав, чи розділяєте ви оптимізм нової влади. Дуже коротко. От ваш прогноз. Якщо все буде зроблено правильно, так як потрібно, через сколько лет Украина сможет отмовиться от помощи МВФ? Я бы сказал так, что если мы действительно сможем вот отпустить этот мяч, который сейчас удерживается, фактически приблизно искусственно, сколько? Я бы считал, что 3-4 года мы бы могли завершить программу с Международным валютным фондом и не и нуждаться в дополнительном... Мы МВФ, дякуємо, але гудбай. Далее мы уже попливемо сами. Мы вполне можем хочется, это сделать. Так бы и было. Дякую вам за ці відповіді, дякую, як завжди, за те, що ви просто говорите про складні економічні речі. Олег Устенко, економічний експерт, президент Гарвардського клубу та радник Володимира Зеленського, відповідав на мої питання. Дякую.